Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И я вас поздравляю с завершением 15-го каталога. Он был такой бомбически крутой, по крайней мере, в нашей команде. Очень много новых званий, менеджеров и достижений. И я вам желаю, чтобы новый каталог, номер 16, он такой коротенький, всего 2 недели, чтобы он у вас прошел еще лучше предыдущего. И я уже сегодня делаю первый заказ. Мне положили в корзину, как официальному обозревателю, пока 3 продукта. Будет еще один продукт. Я заказываю питательную маску Swedish Spa, очень выгодная цена. 4 крема для рук питательные. Этот крем очень потрясающий, очень классный. Посмотрите его в каталоге в конце каталога. Почему он классный, сейчас объясню. 100 миллилитров, всего 149 рублей. И отличное питание, не оставляет жирности, липкости. Шикарный крем. Один у меня под заказ уже. Я думаю, многие сейчас начнут заказывать, поэтому беру сразу побольше. Смягчающие средства у меня под заказ. И парочку я беру себе. Мыло с шафраном и пачули. Серия Essence & Co. тоже под заказ. Тональная основа антивозрастная с пребиотической сывороткой тоже под заказ. Отбеливающие и освежающие зубные пасты, краска для волос. К сожалению, витаминок нет, пока детских тоже давно клиентка ждет. Беру себе бежевый нюд, тени у меня просто уже заканчиваются. Потрясающий классный цвет, очень удобный для макияжа. Просто матовый, хороший оттенок такой слоновой кости. То, что необходимо, мне кажется, для любого вида макияжа, практически всегда его использую. Тушь многофункциональная для ресниц XXL 5 в 1, всего 175 рублей, а цена каталога 219. Беру 20 штук здесь и под заказ, и в запас. Удаляю пакетик. Пакетик, правильно, да, говорю? А, он за 0 рублей пусть будет. Пакетики мне нужны. А со скидкой 50% беру сыворотку концентрат для повышения упругости кожи с пептидами. А вот этот пакетик я удаляю за 3 рубля. У меня много их пакетиков. Так, далее. У нас специальное предложение есть. Сайт пока подвисает. И я заказала из спецпредложения 2 набора олива и алоэ. Давайте я его сейчас удалю, а вам покажу, как это выглядит. Так. Уже 4-й шаг у меня идет питательный коктейль для контроля веса ванильный, а я его хочу поменять. А можно поменять? Я хочу на шоколадный замену. Да, вот заменить на шоколадный. Шоколадный мне больше нравится. Далее. И вот тут, смотрите, у нас есть дополнительно. Мне нужно 10 каталогов следующего периода. Добавляем в корзину. Я накопила пока что 929 баллов по акции «Окна в успех», но я буду копить до телевизора 1500 баллов. У меня много новичков, которые заказы делают. Здесь у нас эксклюзивно онлайн распродажи. Посмотрите, может быть, здесь что-то, что вам нужно как раз. Вот маска для лица, кстати, какая хорошая цена. Масочки надо добавить. Роскошные палетки, компактная пудра всего по 159 рублей, масло, вот кто не успел в прошлом каталоге масло взять, берите сейчас, палеточки консилеров, обновляющий скраб, гель против прыщей, мыло такие. Вот, смотрите, вот этот набор, на мой взгляд, за 319 рублей, очень хорошая цена, потому что здесь гель, жидкое мыло и мыло. И всего такая стоимость классная. Поэтому я взяла 2. Еще есть чудесный набор малиновый. Здесь гель отшелушивающий, лосьон для тела и мыло. Есть еще шикарнейший набор. И тоже выгодная цена. Но вот я просто скрабов набрала. У меня так много их не беру сейчас. Но рекомендую посмотреть, какое выгодное предложение. Набираю добавить в корзину. Так, добавляем. Не добавляется. Хулиганство какое-то. Ладно, сейчас попробуем. Еще я хочу взять с выгоды 100+. Для всех, кто делал заказы от 100 баллов в предыдущем каталоге. Смотрите, вот крем для рук. Здесь очень хорошая цена. Так, мыло у меня есть. Спрей туалетки. Так, что-то я здесь находила. Да, протеиновый батончик с кусочками шоколада. Беру. Что здесь еще интересненького? Помады, посмотрите, какие классные предложения на помады.
И косметичка со скидкой, еще и тени для век, и крем для ног. Очень внимательно посмотрите это предложение. Здесь много всего классного. Тоже нажимаю «Добавить в корзину». Почему-то не добавляется. Может быть, нужно подождать. Так, чуть-чуть ждем. Там сразу 26 баллов. И я добавляла набор. А теперь он у меня соскочил, по-моему. Давайте вернемся сюда. И будем более настойчивы, потому что этот набор я очень хочу. Ну, по крайней мере, один, потому что у меня уже баллов получилось много. Я в этот заказ закину. Нажимаем в корзину. Ждем. Крутится. Всегда внимательно проверяйте. Не торопитесь завершить заказ. Вернитесь в корзину. Проверьте, все ли встало в корзину, все ли так, как вам нужно. Все ли вы заказали, как вам хотелось бы, ничего не упустить. Да, проверьте все, что... Ой, мне подарочки добавили. Ой, как много. Сыворотка есть. Так, эксклюзивный онлайн набор добавился. Батончики и крем для рук добавились. Так, коктейль заменился на шоколадный. Все отлично. Идем дальше. Доставка. Проверяем, чтобы доставка была там, куда вам нужно. Потому что важно убедиться, что вы точно получите свой заказ. Так, у меня стоит доставка на пункт выдачи заказа. Обратите внимание, доставка бесплатная. У нас до следующего воскресенья включительно, если ваш заказ более 50 баллов. Как выбирать доставку? Вам поможет ваш спонсор, если вы делаете впервые. Обязательно сделайте вместе, потому что вы либо выбираете пункт выдачи, он может быть Постамат, Пятерочка или СПО, либо у вас будет доставка на дом. Я вот поменяю на доставку на дом, потому что мне не нужно, чтобы ехать в офис с доставкой. Оплата. Внимание, оплата тоже разные варианты. Посмотрите, всегда надписи читайте. Бывает, что вы выберете оплату, и там будет указано, что в течение часа, если вы не оплатите, то заказ не будет собран. Он удалится из корзины вообще. Поэтому я оставляю оплату перед получением и иду в раздел «Оформить заказ». И вот здесь нужно проверить все. Вы, наверное, удивляетесь, почему у меня такая маленькая сумма к оплате. Оказывается, если работать с командой, то есть если у вас есть команда и вы получаете деньги с товарооборота группового, то часть денег остается на товарном поле. Вот здесь мы видим баланс. Мне оставили 5452 рубля. Я их могу использовать на оплату заказа, но не более 60%. То есть вот у меня заказ на 8096 рублей. Могут списать только 4858. Но это очень удобно, обратите внимание. Вот, и остается только нажать «Оформить заказ». Я сейчас просто еще раз проверю, может быть, да, что-то добавлю или удалю. И после этого нажму «Сохранить». Я вам желаю всем отличного каталога. И если есть вопросы, задавайте их прямо в комментариях под роликами. Я всегда стараюсь оперативно отвечать. До новых встреч, пока-пока!